победой, тяжело ли долить набранный в Речка? Да, всегда с Полтавой очень тяжело играть на выезде особенно. И сегодня несколько у них моментов было, но, в принципе, очень рады результату. И хорошо, что они пропустили, и главное, 3 очка добыли. Все ли у «Шахтера» сегодня получилось? Нет, мне кажется, далеко не все получилось. Много обрезок было в первом тайме. Дали создать им 2-3 момента хороших болевых. Но в основном, думаю, все хорошо, но не идеально. Как оцениваете качество газона? Бывало и похуже, если честно, тут. Ну, я думаю, на 7 из 10. Успели ли вы восстановиться после Лиги чемпионов, после такого тяжелого матча? Ну, психологически, конечно, тяжело после такого поражения играть, но все понимали, что некогда останавливаться или опускать руки, и надо было в чемпионате уже добывать победу. Тяжело ли уже играть в такую холодную погоду? Да, очень тяжело. Я вот с чаем стою, чтобы руки чуть-чуть оттопить. А пальчики? Очень ужасно. Какие следующие цели у «Шахтера»? Сейчас небольшой перерыв? Ну да, я думаю, в команде тоже, кто не в сборную поедет, там 2-3 выходных будет, ребята чуть-чуть отдохнут. И потом, конечно, цель в чемпионате выиграть, потом Лига чемпионов, 2 очень важные игры, и надо все выигрывать, чтобы проходить дальше. Настроение боевое? Конечно, как всегда.